Рубцовске в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Пострадала пожилая женщина. Она сумела самостоятельно выбраться из разрушенного дома. Трагедия случилась накануне днем. Местные жители, которые стали свидетелями ЧП, говорят, что был сильный взрыв, практически без огня. Люди предположили, что взорвался газовый баллон, но эта версия оказалась ошибочной. Спасатели вынесли его из руин целым. Вероятно, причиной трагедии стала утечка газа. Газ вроде каждый год у нас ходят, проверяют плиты. У вас по всей улице газ? Да, почти в каждом доме. Да, баллон либо 20 литров, либо 10 литров. Сейчас необходимо выяснить основную причину трагедии, чтобы избежать повторных взрывов. А пострадавшей жительнице Рубцовска после того, как она пройдет лечение, власти города обещали помочь жильем.